Всем привет! Получил посылочку. Уже не помню, что заказывал. Много чего заказывал. Получил. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что там. Где тут? Все в пенопласте закрыто. Не помню, что я заказывал уже. Ну, много чего заказывал. Что-то уже пришло, что-то не пришло. Уже не помню. Скотч дурацкий. Что, машину открываю. Интересно, что там пришло. Сейчас как раз жду жену на парковке. Сижу, пока она свои дела сделает. Надо открыть, посмотреть. Блин, сейчас насорю здесь. Пенопластом этим. Какая-то коробочка. Кроме ручки в машине ничего не нашел. Буду попробовать так вот. Вскрыть. Блин, пенопластом этим. Сейчас насорю. Mercedes-Benz Parts. Что за Parts? Маленький Parts. Так, вот. Mercedes-овская. Оригинал Тайли. Made in Germany. Звезда пришла. Звезда на капот. Купил когда Мерса. У меня была сломанная звезда. Я заказывал с Китая. Она служила она где-то 2 года. И покрылась вся ржавота. То есть, ну, весь хром там покрылся какой-то, ну, какими-то, не знаю, серыми пятнами, и он не блестит больше. Сейчас заказал оригинальную. Оригинальную. Ну, блестит прикольно. Короче, когда буду полировать кузов после зимнего, зимних моек, зимних солей, поставлю новую звезду себе на капот. На диске я уже поставил новые. Колпачки такие же тоже, звезды. Прикольненько. Mercedes-Benz. Вот сейчас покажу. Попробую показать, какая там звезда у меня уже убитая. Качество, конечно, хреново при увеличении. Но видно там посерединке. Блин, мой палец. Посерединке там. Короче, в середине вся звезда, она уже не блестит. И кромка внутри тоже уже не блестит. Вот.